10 марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской республики Андре Рейшаром. Отметив значение визита в Азербайджан, Андре Рейшар с большой делегацией сенаторов Франции, глава государства, сказал, что визит создаст хорошую возможность для близкого знакомства гостей с нашей страной. На встрече было отмечено успешное развитие связи между двумя странами в различных сферах, значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении нашего сотрудничества. Подчеркнуто, что в ходе ожидаемого визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию будут обсуждены перспективы экономического и энергетического сотрудничества, сотрудничества в рамках Европейского Союза, вопросы урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Францией в энергетической, экологической, сельскохозяйственной и других сферах.